Считаю, что нельзя категорически создавать этот опасный прецедент уголовного наказания за выражение мнения в интернете. Посадив Шевцову Валову, мы создаем опасный прецедент, позволяющий в дальнейшем власти наказывать всех подряд по первому же заявлению. У интернета есть чудесный способ избавления от всего грязного и недостойного – банить. Отличный способ сохранить хорошее настроение и при этом не попирать свободу слова и самовыражения. Не нравится Шевцова Валова – забань ее. Точно так же, как и с Шарли Эбдо. Не нравится – не читай. В противном случае те, кто упрячет Шевцову Валову за решетку, мало чем будут отличаться от тех террористов, которые убили французских карикатуристов, на которых они обиделись. Зачем следовать принципу дикарей – отмщение кровью за обиду словом? Согласен с Сергеем. Я давным-давно Шевцову забанил, чтобы не доставлять себе мазохизма чтением ее постов. В принципе, в мелких российских СМИ уже муссируется этот судебный процесс, а скоро и до Первого канала дойдет. Вот тогда казахстанцы сами на своей шкуре узнают, что, оказывается, у нас тут тоже фашисты по улицам пенсионеров насилуют и младенцев распинают. Штраф, предупреждение и все. Какая тюрьма? Не нужно из нее делать Нельсона Манделу.